Значение буквы А в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Уполномоченных носить это имя постоянно выбивает из равновесия в моменты споров и острых дискуссий. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Некоторая расчетливость, присущая владельцам этого имени, компенсируется стремлением к духовному общению. Часто эти люди уходят в богослужение, но без фанатизма. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Все люди с этим именем – хорошие, благородные, деликатные, понимающие и тактичные люди. Буква Р наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буква Р в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Звук Г в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Имя с буквой Т делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква Г дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Люди, в чьих именах имеется буква Г, любят рисковать и искать нестандартные пути. Порой чрезмерная чувствительность может довести владельца этого имени до эмоционального срыва и потери контроля над собой. Но бывает, что люди с этим именем страдают от тревожного беспокойства, депрессии, перепадов настроения. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.